Волшебный чемодан. Ага. Короче, вот это надо разобрать, заднюю часть, крышку снять и люк. И тогда надо знать, вот, грубо говоря... Крышку это какую? Вот эту. Вот тут смотри, 57,5 сантиметров. Там, если снять все, то получается 57 с копейками тоже там где-то. Угу. И вот это снять, люк снять и вот эту штуку еще. Но там везде пятигранники же. Хорошо, давай. А вот это сломалось, она тут стояла. Хотели сначала на кухне, думали просверлить дырку. Но из-за этого такого набалдашника здесь, вот такого. Да какую дыромаху надо. Так подожди, а его что, там нельзя открутить? Да нет, так лучше я посоветовал. Нет, так правильно, лучше сюда, да. Так зачем на кухне там место занимать? Лучше, если она, конечно, в ванной. Так она будет в ванной. Я посмотрела, что не могу я ее туда запихнуть. Если он по ширине нормально, ну если разобрать, то запихну. Давайте мне. Да. Так а что, давай туда подвинем, что? Да, двигайте. Просто она там у нас стояла за углом. Так аккуратно. Я так приехала, сделать ничего с вами не могу. Ну иди пока, я буду откручивать такими, а ты иди возьми, чтобы быстрее было дело. Я попробую сейчас люк снять пока. Это ремонтировали, что ли? Нет. Что тут такие, значит, кто-то пытался открутить его куда-то? Не знаю, может, кто-то пытался. Мама, это не разобьется, не оно прыгает и не разобьется? Нет, конечно. А бабушка говорит? Скажи, она попрыгунчик, она никогда не разобьется. Так. Давайте давайте болтики куда-нибудь положите. Это никуда не деть. Угу. Вы и мебель собираете, да? Да. Например. Там по секциям в зависимости, но где-то гривен 700-800 сборка вообще стоит. А там все по времени считается, допустим, потратили, грубо говоря, там 2-3 часа на сборку, вот 250 гривен в час. Чтобы собрал он мне этот столик. Ну что его там собирать, я вам покажу. Человек собирал 4 часа его. У меня чуть голова не треснула. Илас, а маленький стол не был собран, мне плохо становилось. У меня даже таких денег не было. Я рассчитывала, думаю, ну за час такой стол можно собрать мужчине, правильно? Угу. А я его не соберу. Ну, бедный мучился, мучился. 4 часа его бедный собирал. Так, все одинаковые вроде. Ой, слава богу, что ты собрал. Больше денег, 250, он, конечно, взял. Человек тоже. Здесь сложности нет, что-то не пошло. Это типа груз? Ну да, это что уравновешивают бак. Да, так как вы говорили, подвинуть, если что, можно на пружинах висеть. А, так он, в принципе, и не будет мешать. Физически никак. Что ты хотел, сыночек? Сайчик, что ты хотел купить? Люк я уже снял. Да. Я тебе... А ты все выпил? Компотик сейчас сварю, подожди, варится. Сейчас принесу, сделаю, принесу. А ты что, поверь? Наверное, на машинке лежит, на этой. Нету? Нету. У вас, наверное, нашел. А, все, нашел.
смотрела, знаете, что видела? На машинку сверху ставится раковина. А вот. Есть такие, да. Да? Да, кстати, ну, для удобно. Угу. Они сильно высоко будут раковины? Не, не нормально. Вот, она вот плоская, она очень. Плоская. Там даже сифон выведен сзади. А, это специально такая для машины? Да. Да, специально. Я такого не виделся. Очень прикольно. Удобное место не занимать. Сейчас же у нас ванны такие, вот такие замазки. Она же у нас маленькая тоже была, то есть я сделала ее. Пол коридор, и коридор забрала. А также это проход на кухню и ванную туалет вот так вот здесь. Там, конечно, так, вот шланги только надо будет, да? Вот это надо будет мешать. А, ну нет. Это снять. Вон, с фрю упадем. Вот тут надо отстегнуть. Надо отстегнуть вот эти. Плоскогубцы. Сейчас. Держаться потом будет? Ну, надо, конечно, оно все на защелках. Ну, не бойтесь. Переживай, я ее... Не, не переживайте. Так, вот тут все разные эти разъемы. Угу. Здесь этот сюда, вот это, чтобы не перепутать. Да, конечно, по цвету. Да не, где по цвету? Сейчас. Сейчас, подожди, я сфоткаю. Так, все, здесь тут. Давай, чтобы мы знали, где у нас оранжевый. Все. Так, надо плоскую отвертку. Это здесь, да? Не, вот здесь вот. А, сверху, вот сюда. Ну, может чем-то пометить. А все, я уже сфоткал. Широкий только сюда подойдет, а два узких. Ну, вытягивай на меня. Но все равно, даже если просверлили. Угу. Да, если не пролазит этот насос. Так, а вот это тоже, да? Этот не будет мешать. Не будет? Нет. Так, все вот это тянем. Так, хорошо. Корпус крепкий, интересно. Вот так мы же возьмем. Так, давайте положите туда на порог что-то. Или подожди, или мы протянем. Тяните, ничего уже. Уже тут хуже, чем есть, не будет. Зайди, господи. Подожди, стой, стой, стой. Кнопка. Стой, не, вытягивай. Надо снимать снимай. Эту панель. Я думал, она что, влезет или нет. Да, влезет. Денется. Так, там кнопка есть саморезы, вот где-то тут. А ну, открой. Где-то тут что-то держит. Нет, там должно быть. А ну смотри внутри. Вот одно. А, нет, это нет. Не-не. Ага, вот. А, все. А там, наверное, надо... А ну вот это сними. Там, наверное, шурупы здесь. Посмотри, есть? А, она вынимается. Давайте ее вытащим. А как будет вытягивать? А ну вытяните, как вы знаете. Я уже, думаете, помню. Помню, что вынимала. Дальше вытягивать еще? О. Это вот, вот, все. Ну, а вот саморезы. Угу. Вот один, тут второй, да? Да. А ну дай мне облиниться, честь нету? У тебя же есть. Да он кончен, облиниться. А там что, пятигранник тоже? Я могу дать всего, да? Как? Да нет, это нам не на 220. А-а-а. Могу облиниться, или именно такое. Положи их тут. Будете кухню? Не, спасибо, я так что поделал. Он худенький, как я, ему можно. Вот, еще один шруп не выкрасен тут. Где? Выкрасил? А, еще внизу. Да. Вижу. Вот тут, зараза, так. Накручиваю. Крепко. Вот так. Заживел.
Стой. Есть. Подожди, стой, стой. Сейчас вот тут отстегну. Вот эти штуки, как они тут... Подожди, стой, подожди, подожди. Так вот, тут пластик сейчас мы этой наверх положим просто ее. Вот тут какая-то защелочка, посмотри. Ну, с обратной стороны. Черненькая эта защелочка. Сейчас. На, отвертку. О, все, наверх ее ложим. Затягиваем. Не отломали, что ж. Поворачивай ее. Да залезет, молодец. Что, пацаны, дура. Все. Так, давай, скрись туда. А где она будет стоять? А тут. Теперь мы со сливом проклевал, да? Да. А нет, кстати, у вас есть этот штука специальная, которая не дает воды заливаться обратно. Перелив, типа, понял? Воздух подкачивает. Чтобы туда-сюда не набиралось постоянно. Когда ниже уровень. Не понял. Короче, типа сифона. Воды, да. Типа когда набирается, на раз воздух подает, и все, вода останавливается. Бабушка, ты права. Мне туда? Давай собирай. Мутфикер. Мутфикер. Нам еще надо только скрепить. Мне же через 40 минут подает. Ну не поедем? Мы не поедем? Поедем, да. К той бабушке. Линолеум надо отложить. Она звонила. Ну поедем, мне надо сейчас. Вот я тебя устрою, дома заедем. Ну заедем. Давай, давай. Вот эту штуку пока один. Давай. Дай фонарь. А вот, смотри, не пиздец. Вот, она сюда одевается. Сюда. Сюда, одевайся. Бери, бери. Тут возьми сразу. Так, здесь я скрутил. Так, верхнюю крышку. Ножки подкручиваются, уже на нашу голову. Сейчас, подрегулируем. А где этот люк? Наверное, подкрутка чинит. Не, не люк, а ты куда прошел? А, это подкрутка, я потом тебе помню. А мы хотим проверить ее сразу запустить. Типа одевается, подожди. Потом носишь. Видишь его порошка. Угу. Дай мне этот. Я праздник клип. А хо-хо, не хо-хо. А, вот он. Так ключ его раз. А, я сюда все положу. Все, ты закрыл? Закрывай эту отметку. Закрутил там? Да. Здесь. Подходит там? Да.
у нее. В угол, да? Стоп. Так, надо ножки еще туда. Ты что, цепанул за это? Вот так оно, что ли? Ну так было. Тут надо будет, мы договорились, хозяйка, потом сделаем. Я могу пока в ванную, наверное, да, направить ее, нет? Что? Ну, может, сюда. Нет, да зачем? Вот так вот, все, нормально. А там есть, в этой машинке есть такое, как называется, пасос воздуха. Но... Есть стяжка? Вова. Да. Да, стяжка. Дома. Дома? Угу. Молодец. А у тебя есть? Нету. В гараже? Просто я неправильно проинформировала, но мы ее пытались как не засунуть, мы не придумали, как ее, знаете, засунуть. А кто? Это вы? Это кто? Это я и я. Я и моя мама. Не, если нет, надо было мужика попросить, он бы уже придумал. Нет мужиков у меня. Будете вы моими мужчинами, я не против. Ну, у нас компания «Муж на час» называется. Да, мне подходит на час, это лучше, чем на каждый день. Ну, грубо говоря, если бы у нас все было, мы бы запихнули вот за это время, пока месяц просто... Вот. Все? Ну, давайте проверим ее. Да, включим. Просто на холостую. Включайте. Ой, господи, уже забыла, как она включается. Верите? Честное слово. Вода пошла. Где там вода родилась? А, это что с ней? Я не знаю, надо ее на участке продать, денег. Так, район 57,5, машинка 67. С собой сюда впихнуть, снимали крышку, верхнюю, заднюю крышку, и люк. И панель. Снимали, обложили на мягкую. Нет, ну, точно так же. 10, уже больше 10. Хотя люди тут сверлили отверстия, чтобы там ее ставить на кухне за стенкой. Ну, проявили смекалку, как говорится. Хозяйка очень довольна. Ну, классно. Ну, это тоже привозили.